ваш комментарий по прошедшей игре. Какой может быть комментарий? Все, счет на табло. В первом тайме мы за соперником не успевали. В большинстве моментов, его как в обороне, так и в атаке, так в прессинге высоким, хотя с ребятами договаривались об этом. Чуть-чуть мы где-то не дорабатывали. Вследствие этого получился первый гол. Ну, а во втором уже там начались события, которые и удаление, и пенальти. Там уже было тяжело, конечно, доигрывать игру. Но все равно ребята молодцы, старались, не встали, не перестали играть. Хотя на игру, может быть, мало было похоже, но во всяком случае хотели, старались добиться какого-то более другого результата. Удивил ли вас переход «Факела» на схему с тремя центральными защитниками? Нет, не удивил. Сейчас многие команды меняют схемы. Одну игру играют по одной схеме, другую. Ну, мы должны были, предполагали, что они могут так играть. Вот. Еще раз говорю, мы просто чуть-чуть где-то не дорабатывали, где-то ошибались, где-то больше ошибок своих. Может быть, к полю непривычному для нас не приспособились.